Короче, всем привет, всем здорово, как всегда, тут сижу, херню страдаю, короче. Такая тема есть, что сделать, когда вот у тебя есть разные усилители, там колонки, и когда включаешь компьютер, все усилители, все нужно руками включать, короче, это геморрой. И что замутить надо, чтобы решить эту проблему? Это еще давно я сделал, но сейчас я сделаю это устройство получше, короче. Тут что-то по малолетке мутил, здесь вот, привет, диджей, мастер, плотник. Порнуха была, короче, такая. Сейчас покажу, как эта тема работает здесь, короче. Значит, тут у нас просто розетка одна заходит в эту коробочку, и с этой коробочки выходит мама, короче, на 220. Тут я всунул лампочку, вот она, короче. Сейчас я покажу, что здесь внутри, короче, мы имеем. Вот тема такая здесь, короче. Значит, этот трансформатор на 220, то есть из 220 вольт он делает 12 вольт. Здесь вот диодный мост. Как все элементарно, идет питание. Здесь у нас две реле, короче. Это реле включает 220. Два провода входят и два провода выходят. То есть сейчас оно в разомкнутом состоянии. И потом вот еще одна маленькая релюшка, которая будет подключаться USB-провод от вашего ноутбука. То есть это я сделал именно для ноутбука. В принципе, да, и для домашнего компа тоже самое будет. Сейчас она не выходит. Вот она. Это маленькое реле. Знаешь, откуда я его взял? Есть плата от компьютера. Модем домашний на 56 килобит, что такое. Короче, это реле, оно на 5 вольт. То есть нужно 5 вольт, чтобы оно включалось. И знаешь, какой смысл? Здесь... Знаешь, вот этот проводочек. Вот, сюда просто подключу USB-папу. Все, суем его в ноутбук. Сюда идет 5 вольт. Вы включаете ноутбук, сюда идет 5 вольт. Включается это маленькое реле. И оно уже замыкает цепь, то есть эти 12 вольт дает на это реле. И это реле уже включает 220. Значит, как-то все так очень простенько. Сейчас я усую обратно. Этот провод сюда. Все, значит, как бы образно все поняли. Значит, 5 вольт USB включает маленькое реле, и маленькое реле уже включает это большое на 220. То есть это реле, ему нужно 12 вольт, поэтому я поставил здесь этот трансформатор. Значит, потому что это маленькое реле на 5 вольт, оно, если в него подключить 220, то есть оно может выдержать, но там не хватает ампера, оно может сгореть просто. Смотря, что вы сюда будете подключать. Пару усилков туда-сюда. Короче, вот так. Сейчас все собираем, значит, нафиг. Все очень просто. Как бы эту систему можно и покруче, и попроще сделать. Чтобы одно реле сразу решало все проблемы. Как бы так. Блин, оно здесь у меня вроде и подрублено. Короче, врублю в открытом состоянии. Значит, вот зарядка от Motorola старая дает 4,5 вольта. 4,5 вольта. Где провод наш? Вот проводочек. Значит, сейчас вот лампочка на 220. Сейчас она врубится. При помощи этой моей фигнюшки. Вот. Да ёб твою мать. Короче, вот врубили ноутбук, все у вас работает, усилители, колонки, все, выключаете ноутбук, все выключается. Как бы все. Тут уже, естественно, подключите свою большую переноску на, например, на 5 розеток. Там ваши колонки, хоть паяльник, можно врубить все, что хочешь. Все, врубил компьютер, все работает, все как бы легко и просто, такая темка. Как бы тут этот трансформатор, он немецкий, короче, а такие были детские поезда, короче, и вот он такой плоский. Эта релюшка тоже плоская, короче. Эта коробочка, она какая-то... От... Здесь были свечи, короче, для торта, для дня рождения, короче. И все грамотно получилось, все как бы плоское. Все, я туда же подрезал этот трансформатор с задней стороны. И вот так оно все работает. Все, крышечку вот так залепили, короче. Все, и получилась у нас вот такая тонкая штука, короче, все. Все грамотно и простенько. Короче, мутите, паяйте, чтобы было все реально. Все. Подписывайтесь на мой канал Данил Турбодин. Как-то так. Все. Значит, еще одно дополнение по поводу этой штуки, что сделал. Значит, вам просто нужно найти вот это маленькое реле, чтобы его сама катушка была на 5 вольт, а контакты были, то есть были рассчитаны на 10 ампер. То есть, например, 220 вольт, 10 ампер. Вот, если такая релюшка у вас будет, то можно все гораздо круче сделать. Просто, например, вы возьмете вот такую переноску, разберете ее, и эту релюшку поставите, например, вот сюда. И все, здесь будет один тоненький провод выходить, то есть на 5 вольт, то есть USB в ваш ноутбук. Все будет простая такая непаленая переносочка. Чисто розетку на 220 там врубил, все, включаешь ноутбук, все, эти все 5 розеток включаются. Ноутбук вырубил, все вырубается.
Значит, что я еще подумал, можно еще что сделать, одну такую тему. То есть на вот это реле 5-вольтовое, здесь можно будет на его катушку, где входное напряжение 5 вольт будет, параллельно запаять конденсаторы, например, вот такие маленькие. Там, не знаю, на 1000 микрофарад, что такое. То есть будет как бы для чего это сделано. То есть, например, когда будете выключать ноутбук, еще секунд 10-20, то есть эти конденсаторы будут держать, и это реле будет работать. То есть у вас аппаратура будет работать, и потом будет выключаться. Ну это как бы если... Вы что-то, какие-то сбои будут у вас, например, там USB-провод что-то резко вытащили и засунули, чтобы у вас аппаратура там не глючила или туда-сюда. Ну, как бы это я так придумал, но в это можно без этого. То есть это нафиг не нужно, потому что вот этот USB, что у вас будет здесь, плюс-минус 5 вольт, этот USB-папа, короче, который будет заходить в ноутбук. Просто оно все у вас будет четко работать. Все, включили ноутбук, все будет работать, все, выключите, все, будет вырубаться. Как бы, ну вот грамотно будет просто, чтобы не делать вот такую целую хренотень, чтобы не было дополнительно еще одной розетки и все и так далее. То есть все можно будет просто в одну переноску встроить, будет грамотно, красиво, в смысле, будет поменьше проводов, ничего такого левого не будет. Конечно, естественно, можно еще круче придумать, можно сделать, чтобы это реле было там по Bluetooth, чтобы вообще было беспроводное. То есть ноутбук включается, дает ему сигнал, и эта фигня переноска врубаться будет. И все, короче. Все, чао. Значит, еще третий видос, как бы дополнение к этой моей штуке, я все как бы все забывал сказать. То есть раньше вначале у меня как было, у меня не было, то есть я не делал через USB. Просто видите, что здесь есть мама, папа, все, да, в системнике. Здесь черный провод это минус, и желтый провод это плюс 12 вольт. Все, здесь были запаяны провода у меня, все, и обычно вот такие релюшки, они, если где в магазине увидите, они обычно идут на 12 вольт. Просто паять ее сюда, то есть на катушку, и эти... 220 вход-выход. То есть все элементарно. То есть системник включился, есть 12 вольт, релюшка работает. То есть все упрощается. Но с USB проводом тоже легче. То есть просто USB включил в любой штекер, что в ноутбук, что в домашний, все будет так же работать. Как бы, ну это вам, чтобы вы знали, если что, можно попроще и так сделать. То есть у меня раньше так было, когда был системник. Но про домашний компьютер я уже забыл все. То есть всегда лаптоп, так что нужно на USB замутить. И короче, вот так все.